Все. Фух. На этот раз ничего не зависло, и потратил я на это 6 минут, но я так и не допер. Кстати, у меня здесь 84%. Я еще здесь должен был что-то найти, какое-то задание, да? Или для чего я сюда приперся? Для чего я сюда приперся? Я, по-моему, выполнил какое-то задание. Тихий лес. Что я вообще здесь мог еще не найти? Это я по-любому сделал. Это я все по-любому открыл. Или это тоже считается тихим лесом? Там единственный проход есть, но я туда залезть не могу, потому что мне теперь птица мучает. Здесь даже пройти нельзя. У меня еще одной какой-то способности нету. Да, она здесь теперь все время. Что здесь находится такое? А? Меня даже там убило внутри. Это разве тоже считается? Или я теперь вообще залагал? Пусть она меня грохнет. Пусть она меня убьет. Да я уже убежал от нее, она все равно меня добивает. Ты смотри, что творит, а? Видимо, я сюда смогу пройти только тогда, когда... Ой, я здесь что-то не достал, она, да, все вспомнил. Каждый раз, когда я вижу эту фигню, я все время думаю, что я там что-то не достал. Я даже не помню, кстати, я со всеми поздоровался, нет? Ну и ладно. Ой, ёпта ты, О, спасибо. Спасибо большое, а то без тебя бы я не залез. Ой, а чё, у меня не та способность стоит, да? Где это, вот? Тоже не та способность. Нет, где это? Световой всплеск, вот это вот. Нет, ай, вспомнить бы еще, как этим всем пользоваться. Так, что у меня там? О, успел. Я теперь достоин, чтобы здесь пройти, нет? Оно похилюсь. Бори, вот мы и на месте. Здесь скрыто сердце леса. Лишь совет ивы духов может отворить то, что давно закрыто. Сюда так просто не попадешь. Лишь огоньки знали, куда идти дальше. Чтобы возродить то, что потеряно. Что у нас тут? Что-нибудь интересное есть, что мне может понадобиться? Ой, там наверху что-то есть.
А как это? Дичь прям подо мной, да? Что за фигня-то тогда? Почему я пройти не могу? Ну тут же что-то есть. Там же что-то есть, я же на карте вижу. Да что вы так со мной? Нельзя так с людьми поступать. Где бы мы ни были, таков порядок вещей. У каждого древа духов есть свет. А у каждого света есть древо. Они живут в равновесии. Свет — ничто без своего сосуда. Может, потом там что-то откроют. Да здесь ни хрена нету. Но свет вечен, а жизнь древа рано или поздно подходит к концу. Когда ива состарилась и с ее ветвей облетели листья, она больше не могла беречь свой свет. Он разбился на части, и мы стали лишь крошечными огоньками былого света. О! О! Че я нашел? То, что как раз и искал. Из-за упадка сильнее всех пострадали дети Ивы, духи Нивана. Мир попал в плен тьмы и разрухи. Духов не стало, и казалось, что все потеряно. А что тогда? Я так все до сих пор спокойно себя чувствую. Но с твоим появлением в этот мир пришла надежда. Она позволила нашим глазам видеть во тьме. Она напомнила памяти о том, что позабыто, и вернула нам силу, когда мы ослабли. Так исцеляется мир. Так все вокруг повторяется. Когда они уже успели мне тут целую стену поставить? А? Когда они успели? Горлеки-строители знали, все, что сломано, можно починить. Здесь они сокрыли сердце леса, самый нежный хрупкий огонек. Мы чувствуем, что оно рядом, море. Свет вновь станет целым. Так надо было. Мне, оказывается, так и надо было делать. А что тогда здесь? А здесь и нет ни хрена.
понимаю, как вниз спуститься. Когда его духов не стало, мой свет едва не угас. Теперь я снова цел. Я Сейер. Ива ждет нас, Ори. Пора идти. Но единственный путь к ней... Ой, да, мне от нее, наверное, надо убегать. Ух ты, как он быстрый. Он сейчас практически сожрал меня. А, на кнопку. Уже здесь! О! Все, я был. Не убежал я от него. Надеюсь, не с самого начала, да, блядь, с самого начала. Да, это было тяжко, ничего не скажешь. Наверное, он по-любому так просто не сдохнет, сейчас с ним еще сражаться придется. Вот и она, Ори, Ива, мать света. Путь нам преграждает лишь плачущая гряда. И теперь их надо как-то домой отнести. А там больше ничего нету. Ну-ка. А как я должен был... А, постойте-ка. Что это было? Почему был такой настолько яркий свет? О,
Прятали мне ее. Надо наверх попасть. Там все-таки наверняка теперь что-то есть. О. Подожди-ка, мне туда обратно, что ли? А, я думал, здесь закрыто. Да что это за фигня такая? Ты морям отчетливо видно, что есть проход, но его нету. Не, ну я так не играю. Ну так не хочу. О, теперь мне туда надо. А-а-а, так вот еще туда попасть-то не мог. Здесь то, что святилище стоит. Но я до сих пор не понял. Мне надо как-то найти артефакт в полуночных норах. Откройте врата и найдите артефакт для тока. Но мне, чтобы открыть это врата, надо понять, где находится это. И найти тому, кому нужен этот сраный... Ну-ка, я просто хочу узнать, ему ничего не надо? Или я к нему уже ходил? Ладно, я сейчас попробую со всеми поговорить. Может быть, я найду кого-нибудь, кому нужна эта сраная подзорная труба? Короче, мне не захотелось выпендриваться, искать этого чего-то там. О, здесь ее теперь нет. Хрен там, да? Ее сердце было сковано тьмой. Раз мне не кажется, что это конец, я могу где-нибудь еще там встретить. А, ничего себе, это портал был. Фух, сюда падать нельзя. На тебе шариком в табло, а? Ух ты, ничего себе! Как тебе такое?
нравится, а? По-любому нравится. О, извини, я не хотел. Я думал сделать по-другому, я хотел сделать вот так. На! На! Там твой друг! Там твой злой друг! На, вдвоих! Не успел даже ударить меня, так знал, слабак. Ничего себе, они злые выходят. У меня, кстати, 6000 набрано. Не нравится мне, что лифт начинает вниз падать. Ой, а мне надо было туда, да? А что там сзади за портал был? О. Да, но если я сюда, то я помираю. Туда вниз некуда спрыгивать. Че такое? О, это мина. Ничего себе, блин, а как здесь быть-то? Как я должен был... А, я должен от них отпрыгивать. Блин, здесь еще и... Нельзя запрыгнуть нафиг, а? Не специально там, что ли, это сделали? А, я забыл про тебя совершенно. Какое-то опасное место, а? Прям жуть. Новая способность. Ну, покажи мне, что это. Пуск, восходное умение. Что за пуск? А, я наконец-то могу теперь так, да? Я превращаю снаряд. Что-то замечательно. Ничего себе, у меня теперь простор для... А, мне назад надо. Для исследования. Ой, как легко, а? Ух ты. Как легко стало-то. Проходить не надо, тебе ничего самому из этого делать, блять. О, я могу что-то. Да, понятно, почему бы и нет, самый низ-то, а? Хорошо же, пошло.
все хп восстанавливать. Ой, а куда залез? Ничего себе. Можно и не... А, можно это быстро делать. Не обязательно делать такой херню, как я. Все, я понял вас. Это я лоханулся. Конец был уже близко. И все пути вели к Иве Духа. Я так понимаю, это конец. Типа, если я хочу там что-то сейчас изменить, то мне лучше назад сейчас идти открывать все эти предметы. А стоит ли, если это концовка? Стоит ли это херни... Ух ты, заниматься. Мысли... А. Ну что ты прыгаешь, что ты летаешь, смотри. Ой, а в эту штуку прям сразу падаешь, умираешь, да? Никаких этих. Почему я не могу от этой мины отпрыгнуть? А что меня дамажит? Ничего себе, эта штука наносит урона. Да мне здесь еще идти надо. Ой, это не проход. Только с той стороны взорвать надо. Бред какой-то. Что за бред? Что за подстава? Я же мог-то просто запрыгнуть, почему они так со мной поступают? А, то есть мне сюда не надо, да? Ух, успел. Прямо на краешке. А, вот что проблема. Вот что мне это дает.
Ой, чихнуть охота от такой фигни. Ой. Что здесь происходит? Аж носу зачесалось. Не хочу я с вами играть по вашим правилам. Ай, мне сразу в мордашку помоськи дали за это мои слова. Моментально прям. Иди как тут опасно, а? А. Блин, этот выход меня будет раздражать теперь. Так, потихонечку, помаленечку. О, ой, как плохо-то. Да, блять. И сразу отсюда, да? Да. Строили тут ад какой-то для игрока. Даже тут хп негде восстановить. Во, можно дышаться. О! Фух, зацепился. Во! Прошел! Ты смотри-ка. А там, наверное, теперь поток этот перекрыли, да? Камешек-то. Нет, не перекрыли. Я думал, он перекрыл поток. Оказывается, нет. О! Вот оно чё. Да ладно, такая сильная бомба. А, ну даже такими штуками кидается. Ничего себе. Вау, а тут фонтанчик. Моя точка сохранения, надо же. О, картограф. Здорово, ты что здесь делаешь? Вот и мы здесь, под корнями великой ивы, что когда-то вдохнула в этот край жизнь. Я ведь знал, что Ори не знал, что упадок добрался до самого сердца мира. А теперь вижу, только не зря волновался. Обычно я даром не работаю, но раз такое дело, на этот раз отдам карту бесплатно. Ничего себе. Ох, ебану, ты счастье, ух. Может, ну его нафиг, а?
Пошли сюда сходим, чем сделаем. Можно сюда сходить, да, что-нибудь сделать, превращать меня в снаряд. Надо еще парочку квестов доделать, и все будет сделано. Пошли пока сюда, но я могу быстро телепортироваться и забрать себе баф этот. Ой. А то чувствую, там мне еще бегать и бегать. Я, получается, эту фигню... Чего? А. Я до сих пор не умею разбивать их? Может, я умею, просто что-то не понимаю? И я умел уже давно это делать. Каракара! What time? No? Так вот, как эта штука ломается. Я должен был сам допереть до этого, да? То есть я должен был сам до этого допереть. Надо было проапгрейдить ее, и только тогда можно было это сделать. Ну-ка. Место для нас больше похоже на дом, чем что-либо в этих полях. Здесь даже паучки себе новый дом нашли. Блин, а я ползал, искал, думал, каждому мог подойти, чтобы узнать, кому эта сраная подзорная труба нужна. Так, оказывается, вот оно как это работает. Блин. Думаю, что за способность я еще не нашел. Посмотрим, что они тут умеют. Во! Я не знал, что я такая сильная способность. Быстро они подыхают. Еще одну можно поставить. А что у меня там интересное было? Больше энергии, больше жизни. На три части. Импульс наносит урон.
Даже не знаю, что мне надо из этого. Поставлю этот фигню. Мастер светились, а? Вот какой крутой. Так, что мне еще надо? Ну, до этого я не сам допёр. Я просто замучился искать и решил залезть посчитать в интернете. На самом деле, все элементарно было. Если бы я не был так зациклен на поиске какого-то предмета или еще чего-нибудь, можно было бы допереть. Потому что вот эти вот ноты означают, какие те колокольчики надо использовать. Длинный, короткий, средний, средний, длинный, короткий, средний, длинный. Все. Элементарно. Но я был настолько зациклен и думал о чем-то другом, что я даже перед собой вот этой подсказки не увидел. Хотя мне сразу предупреждали о ней. Бред какой-то. Ничего себе тут противников, а? Я так понимаю, ты от меня отстанешь, да? Офигеть, их тут вылазило просто сразу же. Еще и портал, и сразу же меня этому обучают. Ой, а что это я? Ключи даже собирать надо. Ну-ка, постойте-ка. Где моя способность? Без нее даже тут не справился. Ой. Где? 4 ключа надо, чтобы найти что-то там. Отошел. Иди! Это что такое? Ну, один из ключей. Там тоже ключики есть. А, нет, постойте-ка, это не ключ был. Это было атаки в ближнем бою, отражают снаряды. Я думаю, это был ключ. Так, а куда меня что ведет? Ой, постой, не надо. Ты еще раз выпендривались. Как я не знаю, да. Ой.
А, так вот почему я здесь каждый раз видел проход и говорил, что здесь что-то есть. Вот почему каждый раз ты меня так... не давала все время это покоя. На тебе с одного сразу шарика. Пороже. Так, куда мне дальше надо? Здесь я все обыскал, да? Теперь в ту сторону надо идти, чтобы открыть эту странную непонятную дверь. А это куда? А, здесь тоже крючки есть. Не надо мне сюда. Портальный лабиринт. Ой, опять я хотел куда-то упрыгать. Смотри, еще путь открыл. Похоже так, как будто здесь что-то есть, да? Что-то открыть можно. Ой, прям в меня плюнул. О! Слушай, а я, может, уже все ключи собрал, нет? Сколько у меня их? А, у меня их 4. Мне больше сюда не надо было. Ха-ха. Теперь мне надо к двери пройти. Но я бы здесь без этого прыжка не прошел никак. Здесь откуда появился? Я бы здесь без этого прыжка ничего не смог бы сделать. О, старинная плита. Покрыты старыми знаками. Возвращайтесь к току. Постойте-ка, а что там за дерево-то? Да вы опять серьезно лезь. Тебе здесь-то открыто? Не, ты прикинь. До сих пор закрыто. Ну-ка. Может, тебе надо, да? Вот и ты, что тут, я плита? Ну-ка, это же ключ к каменному шифру. Жаль, что у меня раньше его не было, погоди. Нет, тут все ведь наоборот написано, бесполезная штука, эх. Ничего себе. Thank you.
наконец-то я добрался до тебя. Мы красивенький. Ох, наконец-то. Клева сузаки наносит 25% больше урона. Ох, я прям вообще мощь. Моща. Как я хорош, да? Как я хорош. Теперь осталось только узнать, кому эту позорную трубу отдать. Я не хочу сам искать, пойду посмотрю в интернете. Блин, это же было логично. Опять надо было только подумать, а не тупо тыкать все подряд. Кто у нас за всеми следит? Я про него вообще забыл. Я даже не думал, что ему нужен какой-то предмет будет. Вот она. Ничего себе, это подзорная труба. Как раз мне такая пригодится. С ней мне не придется следовать за тобой по пятам. Ну то есть, я и так не следую, совсем. Вот, держи флягу, наполни ее вкусной пресной водой. Твоя награда и вода, и фляга. Опа, флягу я знаю, кому надо отдать. Ты мне, я тебе, да, квест до сих пор не закончен. Где здесь? Где здесь? Где здесь? Где здесь? Где здесь? Где-то он здесь был, да? Может, это он? Водички ему надо было принести. Или отсюда легче будет? Давай отсюда. Как раз я там еще и за камешком скажу. Достал. Да-да-да. Хорошо. Так, эту штуку я достал. Теперь надо до этого добраться. Лягу ему отдать. Надеюсь, это последнее. Да, не надо будет никого искать. Может, тогда и посмотреть, что там в тихом лесу надо найти. Чё мучиться-то, а? Будет серия такая... чтобы долги все разобрали. Ну, ничего себе, я можешь панцирь сломал. Во, да, добрался. О, путник, что это, бляга? Полная воды? Не поделишься ли с несчастным горликом? Вот, спасибо. Было бы очень обидно, если бы вместо искажения меня погубила жажда. Вот даже каменные плиты, я нашел ее в развалин. Вроде полезная штука. Да ладно, а кому эту срань отдавать? Карта. Слушай, это... и витиеватые линии. Это ухадость случай мне ему надо отдать. Я же в каком тихом лесу нашел или где? Нет, это подвесные пустоши. А че я в тихом лесу должен найти? Кому эту хрень отдавать? Это последнее задание. Ну-ка. Больше я ничего найти не могу. Я все просто уже, все, что можно было найти, я нашел. Ну-ка. Мне осталось только одно семечко где-то найти. Где-то еще эти скрыты. Сколько у меня их? Да, еще 4 штуки этих скрыто.
Ой, тут охренеть все это искать. Ладно, пошли к нему сходим, может быть, это и есть это то, что ему было нужно. Или я уже нашел эту штуку. О, Моки. А, это ты. Кажется, я где-то уже видел такую каменную плиту. По-моему, это фрагмент каменной карты. Легенда гласит, что на ней отмечены несметные богатства. Советую наведаться в старинные развалины. Вдруг правду говорят. Я отмечу на этих картах свои наблюдения. Хочешь взглянуть? Да, конечно. Ячейка энергии, ячейка жизни, отображение осколков. Ну-ка. Благодарю. Легендарная каменная карта здесь лежит, да? Подожди, а это не то, что ли? Это не то, что надо было отнести? Здесь он тоже что-то есть. Так, я купил какую-то карту. Где отображаются осколки? Раз осколок. Видимо, я еще не добрался до них. Единственный осколок, который я вижу, это вот здесь один. На зимней карте. Пошли, достанем, пока я здесь. Ты, наверное, зря 4000 потратил. Ну ладно. Ой, это прям где-то здесь. Вон оно. А-а-а. Ну да, точно. О, катализатор. Постой, что за катализатор? Получаете энергию, нанося урон в ближнем бою. Не, у меня тут все нужное стоит. Я не могу. Подожди, это не то. А, это про эти осколки он мне говорил. Я думал, другие, если честно. Мне эти осколки не нужны, как бы. Ладно, пошли посмотрим, что там есть. А то тогда так и не дошел, получается. А? О, на вашей карте отмечены все секреты. Вообще замечательно. Много я напропускал. Во, во, вот оно чё. Вот оно чё. Ты смотри-ка. Вот здесь есть один. Нахрен я тогда покупал, если можно это так все сделать. Всё будет все отмечено. Перерожденный торговец. Просто так 4000 стоит. Так, ну-ка, где еще?
Здесь ни хрена нет. Вот тут что-то есть. Да, серия долгая получится, но хотя бы все соберу. Почему бы и нет? Раз игра позволяет. А в следующей серии уже тогда закончу. Много каши ем. Так, ну все, что тут можно было забрать, я забрал. Единственное, что у меня осталось, это вот здесь вот ячеечку еще одну забрать, и можно будет, ох, улучшить до конца. Так что я пойду в следующей серии там все доделаю, мне все равно сюда возвращаться, все эти квесты сдавать. А сейчас на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.